Выполняю практику с тренинга флешмоба 108 чудес, практика, иду куда глаза глядят, короче говоря. В общем, иногда бывает хорошо просто гулять вот так вот без всякой цели и прямо куда глаза глядят. Вот что я сегодня делаю, и глаза меня привели в центр города. Пока что сейчас пойду дальше. Посмотрим, может, что-то интересное найду. Вот здесь вот какой-то пятачок интересный. Посмотрите, кстати, что это такое. Хочу сказать, пока не забыла, пока собиралась идти, значит, про мужа хочу сказать. Забавно, он у меня такой большой и огромный просто-напросто, но иногда ведет себя, прям вот как малое дитя. И это меня очень умиляет и забавляет. Дело в том, что вот уже вторую ночь он мучается от комаров. Я не знаю, где он этих комаров находит или где эти комары его находят. Может быть, он такой сладкий прямо, я не знаю, куда деваться. Но в прошлую ночь он не мог просто спать, проснулся среди ночи и пошел спать вниз прямо. Я не знаю, где он этих комаров отыскал. Я спала спокойно, никто меня не кусал, все было нормально. Сегодняшнюю ночь опять. То есть, легли мы сегодня поздно, уже после 12. И, я уже засыпаю и слышу крики, ругань. И смотрю, он закутался прямо весь в одеяле, под одеяло, что обычно он не делает, он, вообще не любит под одеялом спать, всегда спит на одеяле. И тут, значит, он закутался и говорит: я не могу, меня преследует этот комар, убей его. Представляете? Я вообще не знаю, как так происходит. Вот есть, бывают такие люди, на которых вся беда, знаете, прям наваливается. Всегда, всегда страдает он от этих комаров. И я тоже сейчас. Вон, кстати, церковь католическая, вон там. Так, буду продолжать, куда глаза глядят, идти и говорить дальше. Сегодня я, значит, на редкость, очень редко я хожу с распущенными волосами. Очень-очень, крайне редко, потому что никак я не могу привыкнуть, потому что они у меня разлетаются в разные стороны просто и лезут везде, в глаза, в уши. Но это не люблю, поэтому практически всегда собираю их в пучок. Вот. И сегодня день исключения. Я их распустила и пошла гулять. Сегодня такой, довольно-таки сильный ветерок. И когда я шла по мосту, волосы, конечно же, как обычно, развиваются, лезут в глаза, в уши, невозможно. Причем у меня такое ощущение, что это происходит только со мной. Потому что обратила я внимание на других людей, которые шли по этой улице. И ни у кого волосы не развиваются. Вы понимаете, вот они идут с этими распущенными волосами, красивенными. И у них сохраняется укладка, понимаете? А я иду, у меня все прямо этим... Все стоит на голове.
Вот. И вот такие вот мы, получается, смешные с мужем. Его всегда находят комары, преследуют. Одни и те же причем. А у меня волосы всегда ветер поднимает. Дыба не стоят. Вот. У кого такая же проблема с волосами, тот меня поймет. Вот просто показываю улицу. Что-то не очень эта улица у меня пока. Показываю, какие здесь дома, как люди украшают дома в городе. Это практически центр города. Вот. Так, вот у кого-то огородик такой с дыньками, кабачками. Прям в центре города разбили. Ну надо же, думала заблудилась, оказывается нет, не заблудилась. Все, вот уже в знакомом месте. Так надеялась заблудиться сегодня. В общем, кручусь где-то в центре, рядом с центром. Заблудилась. Ну, еще не поздно. Вот цирк, кстати. У нас приехал цирк. Каждый год приезжает. Размещается рядом с каналом. Но я думаю, что буду мимо проходить, если я вам покажу. И это буквально напротив нас. Ну и уснуть, конечно, невозможно. Потому что допоздна у них там крики-пляски. Веселье. Но ничего страшного, скоро они уедут. Тут еще хотела домик красивый показать. Ой, белый. Кремовый даже, да? Очень красивый. Центр города. Так, он ремонтируется, это форчик. Кафешки. Там колледж Сент-Аделе, это колледж, где Данюша учится. Сейчас он там находится. Если спускаться туда вниз, то это будет наша библиотека. Куда, кстати, пора идти мне? Так, обойдем все-таки этот колледж, посмотрим на него. У меня вот как раз вышло время, срок, и нужно продлевать книжку. Книжку, которую взяла в библиотеке на французском, вот эту вот Сесилия Акерман, я до сих пор читаю. Дошла только до половины. Представляете, летом я взяла эти книжки. Вот этот колледж. Летом я взяла эти книжки, и вот до сих пор до половины только дошла. На французском, на английском и на русском. Звонок прозвенел. Начало это или окончание уроков. Непонятно. Таким вот забором тут закрыто все. Так вот. Внутреннего города, колледжа. Стоит центральный вход. Вот. Колледж Сент-Аделе. Да.
куда мы ходили. Там велосипедная парковочка внутри для детей, которые на велосипедах приезжают. Смотрите, какой дом классный. Ну, я не могу сказать, прям, что он очень классный, но мне вот очень-очень-очень нравятся дома, когда вот они все в зелени утопают. И к дому вот такие вот ступеньки ведут. Видите? Я просто обожаю такие дома. Я бы очень хотела, чтобы в мой дом вели вот как раз такие вот ступеньки. Поворачиваем и будем уже двигаться по направлению к дому. Смотрите только, как дверь красиво украшена цветами. Вот это вот такая вот красота среди вот, казалось бы, серой вот такой вот ничем не примечательной улицы. Но такой цветник. Обалдеть! Надеюсь, вам видно. Смотрите, высовывается на улицу прямо. Кусты. И смотрите, яблоко. Одно. Огромное. Оно огромное просто. Его сорвать рука не поднимается. Я, конечно, могла бы его сбить. Вот оно. Но не буду. Пусть украшает. А нет, он еще второе. Ну вот второе, оно прям там за территорией. Там старый вокзал, не функционирующий. Здесь вот памятник, вагонетка вот эта стоит. Бункер, может быть, что-то типа бункера. Кстати, вот по полу, видите, он разбросан эти конские каштаны. Они вот такие конские каштаны. Такие вот. Ну, это несъедобное. Конечно же. Так вот падают, разламываются, такие вот орешки. Ну-ка, а вот эти вот я так и не знаю, что это такое. Вот это. Знаю, пожалуйста, подскажите, что это за орешки. Там вот тот самый цирк, вон видите, красная крыша, это как раз они стоят на берегу канала, с другой стороны берегом бежит. Ну, ушел, слава богу. Эти еще, вот эти вот серенькие, они вот уточка, вот эти серые, еще птички какие-то. Вот эти серые гуси, они не такие агрессивные, как вот те впереди, вон смотрите, белые, все. Все уже зашипело в мою сторону. Вот эти белые, они вообще просто агрессивные. Я не знаю, я, наверное, сейчас уйду. Нет. Попробую пройти, посмотрим, что будет. Ну и, наверное, они тоже чувствуют, что их боится. Потому что я вот как-то уточка. Ну и, наверное, да, они все-таки чувствуют, кто их боится, потому что первое время я здесь боялась ходить, и они прям на меня бежали, летели, шипели. Ну, сейчас, видите, более-менее спокойно я пошла. Со своим страхом совладала. Вот, или просто, может быть, они меня запомнили уже.
кажется, они знают, кто здесь свои, кто чужие. Я здесь так часто хожу, что они, наверное, меня все-таки запомнили. Ну и вот еще вот цирк. Вон там эти домики, где персонал живет. И вон там чуть подальше, конечно же, отсюда не видно, вот построены вольеры для вот этих животных. И вон я прямо вижу там буйвол какой-то черный, что ли. А, это, наверное, пони, лошадка. Да, наверное, лошадка. Вот. Здесь вот поближе вот это вот лежбище чаек тут. Ну, а это я буду прощаться с вами на фоне цирка. Желаю вам счастливой, веселой, радостной осени, не грустить. Желаю вам побольше времени на такие вот спонтанные прогулки без цели. Но самое главное, пожалуйста, будьте всегда счастливы. Пока!